Собравшиеся в декабре 1912 года в зале Шведской Королевской Академии Наук были потрясены, когда ученый-секретарь Академии торжественно объявил: «Дамы и господа, Нобелевский лауреат по химии за 1911 год Мария Складовская-Кюри, вторая Нобелевская премия за 8 лет». Зал взорвался аплодисментами. И только скромная девочка-подросток, сидевшая среди именитых гостей, в оцепенении повторяла про себя: «Ты молодец, мама, ты смогла, смогла, я тоже смогу». Через четверть века эта девочка поднимется на ту же сцену, и ведущий церемонии объявит: «Лауреат Нобелевской премии Ирен Жильо-Кюри». Говорят, однажды великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев посетил варшавскую лабораторию своего друга Владислава Складовского и вдруг увидел там юную девушку, Марию Складовскую, которая так энергично работала с химическими реактивами, что он немедленно предсказал ей великое будущее. А вот для Ирен, дочери Марии, такого предсказателя не нашлось. Все просто боялись, потому что известно, дети гениев не достигают уровня своих родителей. Природа на них отдыхает. Всей своей жизнью, всеми своими трудами Ирен доказала обратное. Шестнадцатилетняя Мария, младшая дочь в большой семье Складовских, чувствует себя несчастной. Со слезами на глазах она рассматривает золотую медаль, полученную за окончание казенной гимназии. К сожалению, эта медаль не поможет осуществлению ее мечты продолжить обучение в университете. В царской России доступ к высшему образованию женщинам закрыт. Выход есть – ехать в Париж, в Сорбонну. Но денег на поездку во Францию нет и не предвидится. На семейном совете приходит к непростому решению. Старшая сестра Бронислава все-таки поедет в Париж, а Мария устроится гувернанткой и в течение 5 лет будет посылать ей деньги на обучение. Потом, получив диплом, Броня в свою очередь поможет сестре. Через несколько дней в агентстве по найму завели карточку. Мария Складовская, хорошие рекомендации, желаемое место гувернантка, плата 400 рублей в год. Мне часто снился один и тот же сон. Я видела гусеницу, плетущую кокон. Она росла и вырастала до размеров комнаты. У нее было мое лицо, и уже не гусеница, а я плела какую-то невидимую нить. Потом наступала темнота и удивительное ощущение свободного полета и запредельного умиротворения. О годах работы гувернанткой Мария напишет в дневнике. Я жила как в тюрьме, но за эти несколько лет, когда я пыталась определить свои действительные способности, в конце концов я избрала математику и физику. Они не терпят невнимания и мобилизуют ум. А дальше была любовь, как в романе. В бедную гувернантку влюбился сын хозяев Казимеш, молодой студент. Но родители не допустили неравного брака. И Мария решает для себя: не надо никакой любви. Она приносит только боль. Всю себя она отныне посвятит только науке. И вот, наконец, долгожданное письмо из Франции. Сестра вышла замуж за польского эмигранта и ждет ее. В Париж Мария едет дешевым 4-м классом, имея при себе деревянный чемодан, складной стул и матрас. Город встречает ее осенней непогодой. Но Мария не замечает дождей и сырости, как не замечает и самого Парижа. Ее Париж – это латинский квартал, Сорбонна, факультет естествознания. Жить у сестры оказалось неудобно, слишком далеко от университета. Ее пристанищем стала дешевая комнатка в мансарде в латинском квартале.
Зимой в комнате зуб на зуб не попадает. Но это тоже можно пережить, если сидеть до закрытия в теплом читальном зале библиотеки. Мари часто забывала поесть, а когда вспоминала, то вполне обходилась куском хлеба и кружкой чая. Готовить она не умела и не хотела, жалко времени. Ее немногочисленные знакомые говорили: «Мадемуазель Мари не знает, из чего варит бульон», и были недалеки от истины. Все это не помешало ей получить один за другим два диплома по физическим наукам и по математическим. Варшавские мечты начинали сбываться. Мари Складовской 27 лет. В ее планах возвратиться в Варшаву и посвятить себя преподавательской деятельности. Она хочет работать на благо родной Польши. Только работа, никакой любви. Но однажды в гостях ей представляет известного уже физика Пьера Кюри. Когда я вошла, он стоял в пролете стеклянной двери, выходившей на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя ему исполнилось в то время 35 лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и непринужденность. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу. Через 3 года родилась Ирен, может быть, их самое важное совместное творение. В 1896 году французский физик Анри Беккерель обнаружил, что урановое соединение испускает глубоко проникающее излучение. Заинтересовавшись этим загадочным явлением, Мария назвала его радиоактивностью и занялась его изучением. Вскоре она совершает важное открытие. Урановая руда испускает более сильное излучение, чем чистый уран, и высказывает предположение, что в ней содержится еще не открытый, сильно радиоактивный элемент. Пьер оставляет собственные исследования, чтобы помочь Марии выделить неуловимый элемент. Мы с Пьером склонны считать, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, который предлагаем назвать радием. Это из дневника Марии. А рядом, в том же дневнике, такие записи. У Ирен прорезался 7-й зуб. Она со стула взбирается на стол, ставит опыты над кошкой. Кошка, кажется, не в восторге. Желе смородиновое отличное. Взять 8 фунтов ягод и столько же сахарного песка. Прокипятить все вместе 10 минут, протереть сквозь сито. На выходе должно получиться 14 банок. После трудоемких операций супруги Кюри неожиданно обнаружили, что в урановой руде, кроме недавно открытого радия, содержится еще один радиоактивный элемент. Они назвали его полонием в честь родины Марии Польши. Они жили тогда в маленькой квартирке на улице Глесьер. Окна квартиры Кюри выходили на маленькую улочку Ламон. Буквально в 100 метрах отсюда, вниз по улочке, была их лаборатория, тот самый знаменитый сарай, где они добывали первые крохи радия. Но об этом нет никаких знаков, нет мемориальных досок. Об этой улочке обычно говорят с придыханием, что именно по ней когда-то бежал Д'Артаньян и госпожа Бонасье навстречу с Анной Австрийской. А Кюри, почему нет мемориальной доски ни на доме, где они жили, ни на том месте, где была лаборатория? Просто потому, что рядом с лабораторией теперь школа, а в этом доме живут люди, парижане, и очень боятся радиоактивности. Это был обычный сарай, совсем без удобств. В нем маленькая Ирен Кюри провела большую часть своего детства. Здесь для выделения неизвестного элемента мать обрабатывала в день до 20 килограммов урановой руды, переносила мешки, сосуды, переливала растворы, по несколько часов подряд мешала кипящую жидкость в чугунном тазу. Тем же самым, но уже с детским совочком и игрушечными формочками, занималась и дочь. А когда ей это надоедало, играла тяжелой золотой медалью. Эта медаль Дэви, высшая награда Британского королевского общества, была совсем недавно присуждена ее отцу за научную деятельность. В 1898 году Кюри высказывает предположение, что радий может быть использован для лечения опухоли. И это признали сразу.
Цена на радий мгновенно подскочила. Из Соединенных Штатов Америки в адрес супругов Кюри приходит письмо с просьбой передать технологию по производству радия. Цена одного грамма вещества составляет фантастическую сумму – 750 тысяч франков золотом. Нужно только оформить патент, то есть закрепить их права на промышленную добычу радия во всем мире. И тогда до конца дней их жизнь обеспечена. Мари в замешательстве. У ее дочурки могла бы быть сейчас не тряпичная, а настоящая фарфоровая кукла и кроличья шубка, и еще много всякой всячины. Но какой-то внутренний голос, помимо нее самой, уже озвучивает иные мысли. Нельзя. Радий принадлежит не нам, а всему миру. Это было бы противно духу науки. Они отказались от патента и решили, ничего не скрывая, обнародовать результаты своих исследований. И отправились на пикник в Каламарский лес. Они заслужили небольшой праздник. Богатство они предпочли, бедность и честь. Тим, Пантин, здоровые волосы, и ты сияешь. В июне 1903 года Мария Кюри защитила докторскую диссертацию. А в ноябре Шведская академия наук сообщила о присуждении Нобелевской премии по физике супругам Кюри и Анри Беккерелю за исследование явления радиации. Наконец-то они могли отдать многочисленные долги, но слава нобелевских лауреатов была весьма обременительна. На приемах, куда их начали приглашать, чета Кюри смотрелась нелепо. Он в потертом фраке, она в глухом черном платье. В 1905 году Ирен определили в кооперативную школу, которую организовала Мари вместе с коллегами-физиками Пьером Ланжевеном и Жаном Переном. Эта маленькая Ирен – сущий деспот. Если мать уделяет больше времени младшей дочери Еве, жди бури возмущения старшей. Но Ирен – первенец, к тому же у нее светлая голова, поэтому ей все прощается. Из сада Ирена таскала в дом целую прорву гусениц, только потому, что я изложила вкратце их последующую эволюцию. У девочки потрясение, она ждет их скорейшего превращения в прекрасных бабочек. Пришлось объяснить малышке, что в порхающих эльфов их превращают терпение и труд. Все как у нас, в мире науки. 19 апреля с утра шел дождь. Пьер собирался в академию. В утренней суете супруги едва успели повидаться. А уже в середине дня ей сообщили, что на улице Дофин Пьера сбила тяжелая фура. В тот момент она позавидовала дочерям, которые по малолетству не понимали ничего, продолжая резвиться по соседству. Газеты писали, что на похоронах вдова Кюри выглядела как помешанная. Жизнь и любовь для нее кончились. Осталась одна наука. Я положила тебе в гроб несколько барвинков из нашего сада и портрет той, кого ты звал милой разумной студенткой и так любил. Я опустила вуаль, чтобы смотреть на все сквозь черный креп. Вид солнца причиняет мне страдания. После смерти Пьера ученый совет Сорбонны предложил Марии Кюри занять место мужа, профессора естественного факультета. На первой лекции мадам Кюри держалась как обычно. Решительный взгляд, сухая, бесстрастная речь. Когда Ирен подрастет, мать объяснит ей, почему решила продолжить дело мужа. Инстинкт заставляет гусеницу с неизменным упорством плести свой кокон. Если ей не удастся завершить свою работу, она умрет, так и не превратившись в бабочку. Пусть каждый из нас плетет свой кокон, не спрашивая, зачем и почему. Известно, что Мари Кюри всегда была скупа на эмоции. Но со смертью Пьера такое ощущение, что у нее все чувства атрофировались. И вдруг недавно в архиве обнаружилось письмо Ирен, где есть такие слова. «Мама не раз говорила, что обманчиво ставить весь интерес к жизни в зависимость от таких бурных чувств, как любовь». В
конце 1910 года по настоянию многих ученых кандидатура Мари Кюри была выдвинута на выборах во Французскую академию наук. Такое случилось впервые. Женщина-академик. Немыслимо. После нескольких месяцев оскорбительной полемики кандидатуру Марии отвергли большинством в один голос. А еще через несколько месяцев Шведская академия вручает ей вторую Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в развитии химии, за создание новой науки – радиологии. Лето 1914 года было тревожно. Все чувствуют, вот-вот начнется война. Ирен уже 17 лет. Это стройная худощавая девушка с задумчивым, внимательным взглядом. Поворотом головы, движениями и жестами она порой поразительно напоминает мать. Она хочет поступать в Сорбонну, продолжить дело родителей. Но война ломает все планы. Мари, проводив коллег в армию, надевает белую косынку сестры милосердия и отправляется на фронт. То, что она видит в полевых госпиталях, поражает. Как ни одного рентгеновского аппарата? Но ведь это не роскошь, это необходимость. За короткий срок Мари сумела достать для армии 220 рентгеновских установок. Она за рулем колесит по госпиталям, спит в палатке, на специальных курсах готовит сестер-радиологов. Ирен сначала рядом с матерью, потом получает самостоятельное задание. Мари считает вполне естественным, что Ирен в ее юном возрасте находится в действующей армии. В первые месяцы войны мама сказала, что правительство просит частных лиц сдать ему свое золото. У нас было немного золота, и она вручила его государству. К нему она присоединила свои медали, сказав, что они ей совсем не нужны. Свою вторую Нобелевскую премию, которую она оставила в Стокгольме в шведских кронах, нам удалось репатриировать, и мама вложила их в военный заем. Война закончилась. Ирен с блеском, как и мать, окончившая Сорбонну, работает вместе с Мари в Институте радио. Мари смотрит на дочь с грустью, не без тревоги, узнает в ней себя. Как-то сложится ее жизнь. Майским утром 1920 года в маленькой приемной Института радио появилась миссис Мелани, корреспондент крупного нью-йоркского журнала. Она с трудом уговорила мадам Кюри дать интервью. Мелани с удивлением узнает, что во Франции имеется всего один грамм радия, а Мари для продолжения опытов нужен хотя бы еще небольшой запас. В Соединенных Штатах есть около 50 граммов радия. И деловитая американка развивает кипучую деятельность. И вот уже собрано 100 тысяч долларов. Сумма достаточная для приобретения 1 грамма радия. В Америку Мари ехала со страхом. Ее пугали приемы, овации, громкие речи. Ирен как могла подбадривала мать. В Нью-Йорке им устроили грандиозную встречу, а в Вашингтоне президент Гардинг вручил мадам Кюри свинцовый ларчик, в котором она увезет из Америки 1 грамм радия. Оказанные почести трогают душу, но больше всего ей мил букет от одного садовника. Он вылечился от рака с помощью радия. Мое добровольное отчуждение от окружающего мира порой может выглядеть парадоксальным. Когда я была студенткой, то могла запираться в мансарде со своими книгами. Но сегодня я осознаю свою ответственность за новую науку. Я должна продолжить свою миссию. А дома, в Париже, эту миссию подхватила дочь. Ирен начинает проводить собственные исследования. Ее первые опыты связаны с изучением полония, элемента, открытого родителями более 20 лет назад. Она понимает, что явление радиации связано с расщеплением атома. Следовательно, его изучение позволит пролить свет на структуру атома. Ирен изучает флуктуации в альфа-частицах, выбрасываемых во время распада атомов полония. Вскоре за эти исследования Ирен Кюри была присуждена докторская степень. В семье Кюри знаменательное событие. Ирен знакомит мать со своим женихом. Фредерик Жулио уже несколько лет работает в Институте радио. Вместе с Ирен они изучают полоний. Он один из самых блестящих ученых. Весь кипит идеями, гипотезами. Мари довольна счастьем дочери.
тому же теперь у нее два ассистента, которые не только ей помогают, но и приносят новые идеи. Вскоре Ирен и Фредерик открывают искусственную радиоактивность. Мария уже предвидит последствия создания искусственных радиоактивных элементов для химии, биологии, физики. Ах, как хочется дожить, увидеть, что принесут людям эти открытия. Но ей уже 67, и какой-то неведомый недуг изо дня в день подтачивает силы. Явных признаков болезни нет. Ей ставят диагноз за диагнозом. Грипп, застарелый недолеченный туберкулез. Жизнь уходит из маленького хрупкого тела. «Все в порядке, теперь я точно выкарабкаюсь», — приободряет всех Мари, хотя уже почти никого не узнает. Она умерла 4 июля 1934 года. Спустя всего 4 месяца на сцену зала Шведской Королевской Академии Наук вышли женщина в простом черном платье и высокий мужчина во фраке. Ведущий церемонии доктор Кристиан Пальмайер объявляет: Ирен и Фредерик Жильё-Кюри. Нобелевская премия по химии за выполненный синтез новых радиоактивных элементов. Стоя на сцене со слезами на глазах, Ирен твердил про себя: «Мама, я знаю, ты сейчас меня видишь и все знаешь. Я тоже, как и ты, я смогла, смогла. Кокон сплетен, можно порхать бабочкой». Когда немцы заняли Париж, Ирен и Фредерик остались в институте радио, чтобы продолжать научные исследования. Но это только видимая, не самая главная часть их работы сегодня. Еще в 1942 году Фредерик вступил в компартию. С самого начала войны он активный участник движения сопротивления, возглавляет подпольную организацию «Национальный фронт». Свою лабораторию Фредерик и Ирен используют для изготовления взрывчатки и радиоаппаратуры. Но гестапо не дремлет. Все чаще немцы наведываются в институт радио, и супруги принимают решение: Фредерик должен уйти в подполье, а друзья по сопротивлению переправляют Ирен с детьми в нейтральную Швейцарию. Временами я теряю веру. От Фредерика нет никаких вестей. Мне пришлось бросить свою работу, но не знаю, как долго я смогу жить без лаборатории. Если бы у меня было столько мужества, как у мамы. Атомная бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки произвела на генерала де Голля ошеломляющее впечатление. Франция тоже должна обладать подобным оружием. На встрече с президентом Фредерику не приходится тратить много усилий, чтобы убедить де Голля создать комиссариат по атомной энергии. Но цели его совсем другие. Он мечтает о мирном использовании атома. У нас есть все основания полагать, что ученым удастся осуществить превращение взрывного характера. Настоящие химические цепные реакции, которые высвободят огромное количество полезной энергии. Однако, если разложение распространится на все элементы нашей планеты, то последствия такого катаклизма могут вызывать только тревогу. В институте радия, которым Ирен руководит с 1946 года, все, как и при жизни ее матери. Каждую неделю устраивают чаепитие. Потоком идут эксперименты. Но вот досада, упадок сил при огромном желании работать. Те же симптомы, что и у матери. Ирен не тешит себя иллюзиями. Она даже знает, какой у нее диагноз – лейкемия. Что же, она уйдет достойно, как и ее мать когда-то. Ирен умерла 17 марта 1956 года. Через много лет после смерти Марии Кюри кто-то додумался принести в музей счетчик Гейгера и поднес его к лабораторной книжке Марии. Раздался такой треск, как будто это не книжка, а действующий реактор. Ради, который принес ей мировую славу, отнял у нее жизнь. То же самое произошло и с дочерью. Поистине, цепная реакция судеб. Во французском пантеоне славы Мария Складовская-Кюри
первая женщина среди великих французов. Ее дочь вторая.